Многоуважаемая публика, мое почтение, все вы наверняка слышали афоризм о том, что лучшим выходом из российского кризиса является Шереметьево-2. Сегодня будет стихотворение о выходе из этого мира. Гиппиус, Зинаида Николаевна. Не осуждай меня, пойми, я не хочу тебя обидеть, но слишком больно ненавидеть. Я не умею жить с людьми, и знаю, с ними задохнусь. Я весь иной, я чуждой веры, их ласки жалки, ссоры серы. Пусти меня, я их боюсь. Не знаю сам, куда пойду, они везде, их слишком много. Спущусь тропинкою отлогой к давно затихшему пруду. Они и тут, но отвернусь, следов их наблюдать не стану. Пускай обман, я рад обману, уединению предаюсь. Вода прозрачнее стекла, над ней в ней кусты рябины, вдыхаю запах бледной тины. Вода немая умерла, и неподвижен тихий пруд, но тишине не доверяю, и вновь душа трепещет, знаю, они меня и здесь найдут. И слышу, кто-то шепчет мне: скорей, скорей, уединение, забвение, освобождение, лишь там, внизу, на дне, на дне. Всем спасибо.